Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Rally Game Online. С вами Росси, и мы продолжаем играть в Rome Total War Remaster за Пионов на высоком уровне сложности. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что нашего Опи-Ивния Капуи мы хотим передислоцировать сюда, ближе к Карфагену, собрать ему небольшое войско, и для того, чтобы он навалял Лептису Магния, точнее, занял этот город для нас. И пошел дальше забирать насильственным путем у Карфагена их землю. Также мы в прошлом видео немножко повоевали с вот этими господами, которые пытались у нас забрать Карфаген после того, как мы его взяли. Укрепились мы в порту для того, чтобы охранять нашу границу. Приобрели убийцу, наши торговцы там где-то ходят. И, в общем, продолжаем дальше. Рассказывайте, как у вас дела, что у вас нового, что интересного, во что играете, как вам новиночки, которые повыходили. Вот, возможно, получится снять еще видео, ну, если мне звезды станут в нужном положении, то, возможно, вы его увидите. Тоже стрелялка, хотя я в шутерах, у меня руки заточены под другое совсем дело, и стратегия, в принципе. Слишком долго. Долго они слишком ходят. Давайте их немножко ускорим. Наконец-то уже дом Юлиев начал активно воевать с галами. Потому что все это не дело. К этому моменту, к этому ходу, если бы я играл за Юлиев, у нас мы бы уже или проиграли, или... Или бы активно куда-то продвинулись дальше, вглубь территории Галлии, а не вот это вот все непонятное. Блин, это не шагает, почему нету музыки? А, то я на случайно нажал. Давайте ускорить текущую анимацию. Причем, что я вроде в настройках выбирал не отслеживать ходы компьютера. Нумидия. Беги, Нумидия, беги, скрывайся. Скрывайся в, не знаю, в ямах, где угодно, потому что я сейчас буду разить тебя мечом. Так, где там наш дипломат? Блин. Ему все равно не хватает ходов, чтобы дойти. Торговец. А вот торговцы, вы знаете, торговца я бы казнил. Это Юбел. Значит, Юбел. Наблюдать, отправить. Триполитание. Убить торговца Юбел. Вот это я хочу. 95%. Чужие торговцы на нашей территории ходить не будут. Тем более, если они к нам вражески настроены. Нам не нужно, чтобы они делали монополию на наши эти. Так, что тут у нас? Перемирие в действии. Греческие города Дом Юлиев. Юлии. И ты, Брут, хотя это немножко не то семейство, но я думаю, вы понимаете, о чем я. О, Велитов мы тут переобучили. Хорошо. Что еще? Сообщение о строительстве, стрельбище нет. Мощные дороги. Так, мы пока в плюсе, и это радует. Так, флот. Флот готов. Давай. Собирай нашего полководца. Ну, в чем проблема? Грузись и поплыли. Не разобрались мы еще с капитаном Евмалым, который находится у нас здесь. Я думаю, для нас угрозы не представляет. А если даже так, сколько? Убить капитана Евмала, ну, смысл. Никакого смысла я в этом не вижу. Так, что у нас здесь? Значит, рекрутируем хорошо. И здесь рекрутируем. Все, пропускаем ход, ждем. Опять сейчас полчаса будем с вами смотреть, как ходит компьютер. Хотя в этот раз он уже это делает быстрее. Боже. Как они вальяжно ходят, эти дикие варвары. И
Юлиан Сципион помер. Это хреново. Обалдеть. Мы почти проиграли. То есть мы можем не успеть сыграть быструю кампанию. Останется только долгая кампания, потому что Египет уже практически... Здесь кто-то умер. Торговец. Понятно. Потеряно. Ну, понятно, потеряно. Он же помер. Значит, мы уже можем проиграть быструю кампанию. Нам останется только потом играть в длинную кампанию. Египет нас опять... Ну, меня опять хлобучит. Потому что, когда я играл не в ремастер, у меня была такая же ситуация. Скорее. Наше терпение не бесконечно. Так, значит что? Я хочу тебя подкупить. Могли бы мы поговорить с вами наедине? 244? Да. Что ж, раз такое дело... Да, согласен. Раз такое дело... Так, раз такое дело, где тут мой... Вот Египет подлый. Так вот, я когда играл просто в обычный ROM Total не ремастер, у меня тоже была такая ситуация. Я, правда, играл за Юлиев, тоже на высоком уровне. В общем, я Галлию там уже нахлобучивал, но просто вот, я не знаю, даже я их уничтожил. У меня там осталось буквально две провинции захватить. И ни с того, ни с сего, я не знаю, я, наверное, или пропустил это важное сообщение, да, то есть не обратил на него внимания. Ну, в общем, все закончило то, что Египет выиграл. Ну, то есть быструю победу, короткую кампанию мне не получилось завершить, потому что Египет меня, короче, выполнил условия раньше. Это было очень обидно, если честно. Знаете, когда вот уже победа была у меня практически в руках, и так вот резко все неожиданно получилось. Я уже тут и Коринф забрал, в общем, и Спарту забрал. Ну, я же говорю, что я разошелся очень сильно. На Карфаген все равно проскочила Нумидия, непонятно каким образом, но они проскочили. Это очень печально. Так. А сейчас мы вас будем вырезать. Значит, у нас отмена, охрана отмена. Сначала мы Демидия вырежем. Хотя. Подожди, отменить задание. Нумидия. Тыртос нет. Африка. Убить лидер фракции. Далеко. Так, вот он, Демидий, торговец. Вот, подтвердить. И чё? Успешно? Успех. Всё, до свидули. Так, кто тут у нас? Пехота пустынь, копейщики. Лучники, нумидские верблюжьи наездники. Нумидская кавалерия. Мутинчестный, вроде я тебе уже морду бил. Я, возможно, конечно, ошибаюсь, но почему-то мне так кажется. Так, что, наверное, нам нужно, или отсюда забрать, или этим войском... Кстати, ты не хочешь прогуляться? Угу. Тырта столица. Угу. Вот это все. Так, пожалуй... Снимаем мы этот форт. Снимаем мы этот форт и идем, короче, хлобучить этого падлу, чтобы он не расслаблялся. Вот, флот пусть пока там и будет. Значит, здесь мы возьмем гастатов, принципов, элитов. Вот так вот. Ударим его в спину. А здесь мы немножко наймем войск. Наверное, трех лучников возьмем. Баллисту одну, чтобы у нас была. Принципов. И всадников. Кстати, очень жду реформу. Вот один из
комментаторов оставлял мне там комментарии под видео, да, что вот после реформы войска будут лучше и появятся там лучники и так далее. Да, реформа очень классная, я до нее тоже в прошлом прохождении не под запись дошел, оно немножко более понятнее это все становится, войска становятся более организованнее. Вы кто такие вообще? Британия. Так, ладно, что тут строим? Большие каменные стены. Строительство. Ну, что-то строим, да, и пускай строим. Так, общение в свободных ресурсах. Ну, пусть стоит, он нам не нужен. Этот пусть стоит. И этот пусть стоит. Пока все хорошо, меня все устраивает. Кроме того, что осаживают Карфаген. Ну, ничего, осаду мы отобьем, я думаю. Так, у Матова на ускоренной прокрутке входит этот шпион. Беги, беги, я тебя сейчас вырежу. Итак. Итак. Полководец. Давай, подтягиваем тебя туда. Так, где тут мой убийца? Ага, дипломат. Здравствуйте. 64%. Ну, давайте проверим. Повезет, не повезет. Успех. Все, минус дипломата. Отличненько. Так, все сжечь. Вы меня только путаете. Дипломатические сведения. Даке. Так, ну, с нами никто не воюет. Из новых, я имею в виду. Сообщение о наборе. Хорошо. Так, значит, берем в осаду. Воспользуемся просто таранами. Ведение осады. Так, а ты, наверное, давай сюда. 20 человек, может, они нам все-таки помогут. Можно еще вот таких дурачков нанять. Вот так. Все, ждем. Тут у нас в Лилитбее, что там в Лилитбее плебеи, наверное, хотят немножко повозмущаться, поэтому добавим им велитов для поддержания штанов и пару конных. Здесь тоже, пожалуй, пару конных добавим. Здесь у нас тоже. Не знаю, что им не нравится. Стройка, стройка, стройка. Большие дороги, блять, это так дорого стоит. Вот храм Сатурна можно поставить. Я считаю, что храм Сатурна — это нормальное вложение. Это оно повышает порядок. Нептун. Улучшение порядка, вызванное счастьем. Какое счастье? О чем вы шепчете? Торговец. Торговцам потом. Я знаю, что они свободны. Это все удалить. Пропускаем ход. Теперь тут пришло подкрепление. Угу. Ну что, делаем как обычно. Значит, сохраняем. Вот так вот. И теперь попробуем сначала автоматическое. Ничья. Ладно, ну а теперь будем пробовать сами. Да, конечно, сейчас загрузимся и попробуем сами повоевать. Если человек не знает, в какой порт он плывет, никакой ветер не будет для него попутным. Сенека.
Подсказка. Шпионы и убийцы с высоким уровнем хитрости обладают большей вероятностью на успех. Их уровень хитрости увеличивается по мере выполнения заданий. Значит, автобой посчитал нам ничью. А бой при участии меня сейчас, скорее всего, будет проигрышным. Но если даже мы проиграем, я уже загружаться не буду, потому что это будет нечестно. Так. Что это за крестик? А, это типа кто там у них? 37-41 против пенсионера 62-летнего. Ребят, ну... Такое тоже придумали. Граждане Афин, у нас нет времени на разговоры, на несколько храбрых слов, ничуть не хуже многих. Гиппократ, подсказка. Слоны могут казаться неудержимыми, но их легко испугать горящими снарядами и отрядами с копьями. Надеюсь, у них не будет слонов. Кстати, надо было только что посмотреть. Потому что что-то со слонами у меня вообще неувязки получаются. Да, если мы сейчас возьмем столицу их, то это будет очень даже неплохо. А, так мы все-таки штурмуем. Ага. Все-таки так. Понятно. Так, вы кто? Копейщики, да? Блять, у вас тут наемников, это труба. Закидайте их просто. А те, значит, сзади на меня будут бить. В спину. Кстати, мы можем лишь кавалерию еще послать, покидать в них этот. Так, а тут есть тактика? Нет, не вижу такой тактики, но... Ну, сейчас мы их немножко так подраконим. Порастреливаем их, так сказать. Пошатнувшиеся, их просто засыпают градом стрел, а они еще пошатнувшиеся. Я бы на их месте уже обосрался бы давно. Тойки, пошатнувшиеся, смотрите, что делается. Так, все понятно, стрелков выводим. А, все, они побежали, да? Хорошо. Ладно, отходим. А вы тоже можете кругом там, да, скакать? Ну, скачите кругом. Все, эти тоже побежали. В общем, я думаю так, вы в любом случае всегда... А, вы уже так мочите, я понял. Вы уже не стреляете. Так, что здесь? На нас уже напали, да? Легкая конница. Военачальника сюда. Боевые псы. Метатели дротиков. Да все, бросайте нахрен этот таран. Оставьте тараны вперед. Так, что здесь? Блин, вот это не люблю, когда меня тут разрывают на... Разные фланги. Это неудобно. Это очень неудобно. С теми воюй, а тех отгребай. Так, вы кто? Тагостаты тоже туда.
Вот так вот. Всадников завяжем здесь. Плохо, что у меня вот тут почти все наемники. Вот это плохо. Вот это плохо. Наполнили ужасом сердце вражеского полководца. Теперь он бежит с поля, как последний труп. Это хорошо, конечно. Бля, что у меня здесь происходит? Что у меня там происходит? Я просто растерял. Ага, еще там мы кого-то задавили. Хорошо. Теперь ужас поселится в сердцах наших врагов. Согласен. Так. Давайте добивайте их. Бейте их, что вы ждете. Тем более этих лучников. Давите их. Нахрен. Боги наполнили. О, и этого нахлобучили. Все, хорошо. Поля, как последний трус. Так. Слава великим богам. Так, тихо. Теперь ужас поселится в сердцах. Ну то да. Поселится само собой. Видите, в принципе, может, тут еще и победа будет. Тут что у нас? Порядочек? Порядочек. Это кто? Метатели дротиков. Бросьте этих убегающих. Давите этих метателей дротиков. Все, этих смели. Добивайте их. Тогда я понимаю, победа. Правда, все пошло через кубарем все полетело, но результат-то один, ребятки. Смотри, они наемники гоплиты, дурачки какие-то, их расстреливают, они стоят, смотрят. Подняли щиты, вообще безинициативные. Хотя я думаю, что тут везде указано, что атаковать можно без приказа, но и так понятно, если тебя валят, тоже как бы выживай, что ли. Так, все, хватит бежать, хватит. Собираемся. Ну, а вы кто? А, так заходите, раз уже начали. Ну, бегом можно не бежать, но... Ну, ладно уж. Конница. Конница может и по этот, и побегать. У меня даже где-то и остались живые. Надо просто же заканчивать, потому что время идет. Ну, я считаю, очень даже неплохо, учитывая, что у нас практически вся армия была соткана из... А, вот псы кого как раз догрызли. Вся армия практически была у нас соткана с наемников, больше половины, то я считаю, мы очень даже неплохо подрались. Стены больше не принадлежат нам. Враги! Захватили. Это плохо. Ну, кавалерия еще у них осталась. Пусть бегут. Все, хватит бегать.
Хватит уже, хватит этим заниматься, этим безобразием. Берите таран и идите тараньте стену, займитесь делом. Добивайте их. Это кто? Слава богам! Сердца врагов наполнились. Эти уже без псов просто бегут на перо сажать. Вас там сзади еще обходят. Вручную. Смотрите, опа, одинокое копье. Ну так вперед в атаку, а не машите просто этим. Хорошо, что вот собаки здесь еще у меня адекватные попались. А ну, что вы скажете против моих собак? Такая вот музыка играет, как будто здесь такой замес сумасшедший. Ну? Догрызайте его уже, ребятки. Псинки вы мои, догрызайте их. Все, победа. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Хотите ли вы продолжить бой, перебить неприятеля, как бы смысленных животных, коими они и являются? Нет, просто завершить битву. Так, ну, нормально. Вы одержали чистую победу. Вот видите, почему я говорил по поводу автобоя. Чистая победа и ничья, есть же разница. В мирное время сыновья хоронят своих отцов, на войне отцы хоронят своих сыновей. Геродот. Вот вам и разница. Уничтожить. Потому что я должен отрабатывать деньги налогоплательщиков. Итак, что там? Поселение сопротивление подавлено. Хорошо. Поселение в осаде. Карфоген. Так, сразу же давайте, значит, займемся. Ремонт ничего не надо. Стены обязательно надо, стены. То по войскам, переподготовочка. Есть такое дело. Эти бы одного объединить. Да? Вот так вот, ребята. Получаю товары. Так, еще. И мы сейчас еще. Так, тот же принцип. Сохраняемся на всякий случай. Потому что автобой, я ему не верю. Безоговорочная победа. Ну, пускай так. Пускай так. Уже лучше, чем поражение. Или ничья. Давайте сейчас поменяемся немножко, поперекидываем. Городскую стражу мы оставим, она нам здесь не нужна. Вам оставим вот этого калеку. Нельзя садить. Император. Все, этих мы, короче, вот так. Ну, немножко битый, но ничего страшного. Ничего страшного. Уходим, заходим. Все, в Карфагене, значит, обязательно нам эти переобучить. Ну ладно, пускай. Еще от переобучения сделаем. Всех переобучим, а на следующий ход обязательно нам нужно будет нанять каких-нибудь ребят. Я имею в виду не конных.
Например, вот принципов можно. Все, есть такое дело. Так, вот можно объединить в один. Вот так. Все. Ну все. Объединил? Не? Да. Все, бомба, ракета, петарда. Сюда заезжай. Заплывай, заезжай. Так. Здесь, 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 здесь. После строительства стены обязательно нужно соединить большими дорогами римскими. Форум построить, канализацию, чтобы вы поняли, что вы живете уже, что вы не варвары. Академия, потом стрельбище, да и стрельбище построить. Вот как-то так, ребятки. Вот такое у нас получилось сегодня с вами видео. Повоевали, значит, с Нумидией. В следующем видео, я думаю, мы обязательно будем драться дальше за Цирту, потому что они придут ее отбивать. И в следующем видео, наверное, все-таки возьмем Лептис Магну с помощью вот нашего господина Опия Ивния. А с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.